Если вы чувствуете одиночество, значит, у вас нет дружбы с женщинами. Вы не опираетесь на женщин в отношениях. Когда женщина чувствует одиночество при потере мужчины, значит, она одинокая по жизни просто. Женщина сначала должна с женщинами установить очень крепкую дружбу, отношения, прежде чем опираться на мужчину, потому что мужчина несет в себе судьбу уже, это испытание. И чтобы не было одиночества, не было страданий, надо же женщины, чтобы вокруг были, чтобы они вас любили, подружки. Все, вот старайтесь, подружки вас помогут вам, вера поможет тоже.